Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Пользователи начинают с включения Model Zero, а затем наживляют и забрасывают ее так же, как и на любую другую приманку. Как только она уходит под воду, встроенный датчик обнаружения воды активирует электронную начинку блесны. Затем Model Zero переходит к мониторингу таких факторов, как глубина, которую он достиг, характер своего движения в толще воды, ее температура и уровень освещенности. Всякий раз, когда рыба клюет на наживку, пользователь подносит приманку к своему смартфону, чтобы записанные данные можно было передать по беспроводной сети через Bluetooth в специальное приложение для iOS, Android. Это приложение также записывает данные телефона, такие как текущая дата, местоположение и погодные условия. Кроме того, пользователи могут добавлять фотографии пойманной рыбы в общий каталог. К чему все это? Идея состоит в том, что со временем сами рыболовы создадут базу данных о тактике, условиях и местах ловли, которые лучше всего подходят для добычи определенных видов. Более того, данные собираются от нескольких пользователей Model Zero в определенных регионах и по всему миру, так что все они могут использовать опыт друг друга. По словам представителей компании, Model Zero должна работать в течение 5 часов за один полный заряд литий-ионной батареи. Он водонепроницаем до глубины 50 метров, хоть и может измерить глубину лишь до 10 метров. В настоящее время разработчики собирают средства с помощью компании на Kickstarter, и если все пройдет гладко, то итоговый экземпляр обойдется примерно в $139 США. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.